Здравствуйте, мои дорогие. Ой, сегодня добавляю сегодня как-то и посветлее, и потеплее. Вчера просто замерзали. По мурманским меркам это, конечно, смешно. 17 градусов тепла. Но так как мы уже здесь акклиматизировались, для нас уже холодно. Нет, чтоб сходить за блендером. У меня старый блендер для таких вещей. Берем большую миску по объему. Укладываем туда листочки. Так, не торопись. Вот сама себе всегда говорю, не торопись. Мое вот это торопыжничество не приводит к добру все время. Забыла. Так, так, так. Сколько же ее тут наливать. Вот как делают умные люди, у которых хорошее видео. Они сначала сделают, отмерят, сколько наливать нужно, а потом уже делают. Ну, я же так не могу, мне же надо все быстрей. Вот фиг его знает. Так, вот этому донышко сейчас маслом намажем все-таки, чтобы оно... Оно, правда, не всегда помогает, но чаще всего помогает. Так. Ну ладно, что получится, то и получится. Так. Ну и постараться, конечно, посерединке. Что бы туда поставить-то? Маловато будет. Сейчас. Сейчас мы. Теперь ждем, когда высохнет. Ой, доброе утро, мои дорогие. Ну что, посмотрим, что получилось. Опять всю ночь шел дождик. Вот. Так. Ну, посмотрим теперь, что здесь получилось. Основное дело наше. Она сама по себе вылезла. Все. Посмотрим, что получилось. Я так думаю, что нужно было
листья-то брать. Вот видите, вот тут затекло. Более, скажем так, мягкие. Мне хотелось рельефного рисунка. Вот. А из-за того, что листья такие жесткие, и прожилки у них такие, кое-где гипс затек. Вот. Будем. Придется отрывать это долго, все хозяйство. Так, ну где тут не затекшее это? Так, ну, в общем, короче говоря, я сейчас, чтобы ваше время не отвлекать, я это все сейчас отковыряю и вам покажу. Но суть вот она. Ну что, мои дорогие, так как это эксперимент, собственно говоря, был, а эксперименты не всегда удачные получаются, но здесь хотя бы понятно почему. Брала я листья жесткие, толстые, от подсолнуха. И из-за этого вот получились вот такие вот вещи. Листья надо брать мягкие, с мелкими капиллярами. И тогда вот не будет вот таких вот неприятностей, скажем так. Вот. Но, собственно говоря, я, конечно, потом попробую сделать из других листьев. Но результат должен быть вот такой. Вот такая вот должна быть, ну, не знаю, мисочка, что это. Так-то довольно симпатично. Это потом. Вот видите, у меня получилось аж какая. Вот. Ну, это потом, когда все высохнет, шкурочкой можно пройтись. Вот. Все это затереть. Ну, я буду, конечно, я упертая буду пробовать. Вот. Ну, так, собственно говоря. Вот такая должна получиться вазочка, не знаю, что это, мисочка. Ну, вот так как-то. Пока-пока, мои дорогие. Пробуйте, экспериментируйте, и у вас все получится в результате.